Всем привет, с вами Ирина. И сегодня у меня приятная неожиданность. Муж мне принес вот такую вот красоту. Мне настолько понравились камбрии. Вот я к своей всегда подхожу, Беларе, нюхаю. Я могу ее нюхать несколько раз на день. До того мне понравилось. Она вот уже начала отцветать. Остался один цветочек. Он еще продержится долго, потому что цветоножка зелененькая. Пахнет просто божественно. Мне очень нравятся специи, плюс сладкий такой аромат. Сладко-пряный, скажем так. Вот. И я от нее без ума. Я так понимаю, что муж решил меня побаловать еще одной камбрией. Ну, выбрана со вкусом, я хочу вам сказать. Цвет необыкновенный такой. Вот. И она только-только вот начала распускаться, я смотрю. Она была в бутонах. Вот еще есть бутон. А эти цветочки... Вот они только распускаются. Сейчас я скажу, есть запах или нет. Ну, запаха я не чувствую. Так. Красивый цвет такой, конечно. Желтый цвет. Пятнистая она. Я не знаю ни название. Сейчас буду смотреть. Хочу вытащить ее. Может быть, она потом будет пахнуть, потому что она с машины, только что с улицы. Не знаю. Ничего не знаю. Тут не пишет сорт. Бульбы хотят пить. Тут сплошная кора. В первой моей камбрии было очень много торфа. И бульбы налитые были, налитые бульбы, то есть огромные сочные бульбы. Тут я вижу одна кора, и псевдобульбы, они вот такие вот сморщенные. Конечно же, она подсушена. Да, кора сухая. Ну, сейчас будем разбираться. Прикольная, конечно, она мне нравится. Она мне напоминает весну. И знаете, что напоминает? Нарциссы. Такая прикольная. Кто знает название этой камбрии? Я не знаю. Как приятно среди осени получать вот такое вот солнечное чудо. Привет, я с вами Алина, и я только что пришла со школы, и смотрите, какое чудо меня ждет. Да-да-да, это мне папа подарил. Значит, я хочу твое мнение спросить, чем пахнет, потому что она постояла, и у нее уже появился легкий-легкий запах. Вот. Сейчас проверим. И я уже знаю, чем она пахнет. Что скажет Алина? Ничем. Ничем? Так и есть легкий запах. У меня насморк. Насморк? Да. В общем, запах еле-еле неуловимый. Он есть, но он очень-очень легкий. И он мне пахнет весной и, как я и говорила, нарциссами. Кстати, очень похоже на нарциссики. Легкий-легкий, цветочно.
вот такой вот цветочно чуть-чуть сладкий аромат. Ну, очень легкий. Может быть, после полива как-то она себя проявит. Ну, по сравнению с Беларой, Белара у меня пахнет очень сильно. Запах обалденный и, ну, явно ощутимый. Значит, наш нарциссик. Нарциссованная орхида. Значит, пахнет она еле-еле. Понюхай еще раз. Да, нарциссиком. Нарциссиком. Таким легкий, очень нежный аромат. Его буквально нос надо в цветочек, чтобы его ощутить. Очень легкий аромат. А если он желтый, то как будет? Весенними цветами, да, пахнет? Но мне больше нарциссика. Вот, нарцисс, я же сказала нарцисс. И похоже на нарцисс, и пахнет нарциссом. Только более архивный нарцисс. Рассказала. Это будет мое. Спасибо за внимание. Всем пока.